В Баку в Российском информационном культурном центре прошло открытие благотворительного пасхального базара. Как всегда, на праздник пришли именитые гости. Все выступившие в официальной части поддержали это доброе начинание. Средства от пожертвований и проведения лотереи пойдут на нужды воспитанников детского дома номер 3 Хатаинского района города Баку. А наши умельцы, художники, декораторы, ремесленники покажут свое прекрасное искусство. Самое главное содержание этого праздника заключается в победе жизни над смертью и добра над злом. И, конечно, Пасха всегда наполнена какой-то такой особой, светлой, легкой радостью. В зале центра домовито разместили свои работы 18 участников этой благотворительной акции. Глаза просто разбегаются от всей представленной здесь красоты. Мастерица Бельгиз Меликова не только предлагает самые различные рукодельные работы, но даже успевает показать на деле, как создается в ее умелых руках настоящее произведение искусства. Много посетителей у столика мастера красоты Динар Сурхаевой. Явно видишь, что она плетет свои чудесные работы из тростника. Оказывается, нет. Все мои изделия сделаны из газеты, из обычной газеты. Я сначала их обрабатываю, делаю из них искусственную лазу, крашу их в нужный цвет, в зависимости от изделия, что я буду плести. В основном у меня все работы функциональные. Для красоты у меня одна только африканка, что можно поставить, а все остальные, всеми можно пользоваться. Красивые, изящные и просто благородные работы представлены здесь художника-декоратора Сивиль Бравковой. Она создает свои картины на стекле с использованием австралийских кристаллов, причем в самых различных жанрах. Как говорят в народе, в базарный день всему этому красная цена. Покорила своим оригинальным умением и художница Ульвия. Свои живописные картины она пишет пальцами рук и не раз выставлялась у нас и за рубежом. С самого начала работы благотворительного пасхального базара было ясно, что редкий посетитель уйдет отсюда без покупки. Я не первый раз участвую в этой благотворительной акции. Мне всегда очень нравится, и я всегда что-то покупаю. Полезное для себя, какие-то украшения. Всегда помогаем церкви, что-то берем. Я сейчас иконку взяла святого Михаила, была очень довольна. Проведена была здесь и благотворительная пасхальная лотерея. 15 ее игрокам фортуна улыбнулась широкой и радостной улыбкой. Ушли они домой с симпатичными сувенирами. Посетили также базар представители дипломатического корпуса, общественных и религиозных организаций.